Всем доброе утро. Как меня слышно, поставьте плюсики. Отлично. Эхо нету, убавить, прибавить звук, все нормально, да? О, Лиль, ты плюсик поставил, значит, все супер. Еще раз всем доброго утра, проект «Карьера онлайн». И давайте начнем наше прекрасное утро с того, что вы напишите, что у вас вчера классного произошло. А я пока чуть-чуть о себе расскажу, потому что здесь я вижу в комнате очень много новичков присутствует и людей, с кем я еще не знакома. Меня зовут Анна Вертей. В проекте «Карьера онлайн» я уже чуть больше года. У меня три высших образования, я вегетарианка, очень люблю рисовать, заниматься спортом, у меня, в общем, куча увлечений. Пока все активно, пишите, что у вас вчера классного было. Будем сейчас это. Во, супер, Миша открыл у нас. Так, еще что я хотела себе рассказать, то, что в проект меня привела Анютка Салимова и моя очень классная подруга. Она мне показала Mirror Reflame, рассказала, что это такое, как здесь классно, сколько здесь всего интересного происходит. И у меня просто за этот год жизнь моя кардинально поменялась. Я очень благодарна Лилечке с Мишей, потому что они меня постоянно мотивируют к новым идеям, двигаться вперед. И вообще я считаю, что наши лидеры самые-самые классные. Ой, вообще здорово, все так пишут. Что вчера классного произошло. Если кто-то думает, что это нужно писать прямо в рамках проекта, не обязательно. Можете написать, я вчера купила собаку, или я вчера там съела вкусное мороженое, я не знаю, ну, какие-то позитивные события, которые у вас вчера произошли. Вот. Если у кого-то позитивные, как они считают, не было, ну, напишите, что у вас вчера вообще происходило. И наша планерка начнется с того, что... Я хотела бы рассказать про привычки богатых людей. Мы же с вами хотим стать успешными, чтобы двигаться к нашим целям, к нашим мечтам. И здесь проводили такой интересный опрос в процентном соотношении, какие привычки существуют у богатых и у бедных людей. Здесь имеется в виду, что богатые с... богатым типом мышления и бедный, это вот, если кто-то читал Киосаки, поставьте плюсик, кто меня понимает, и минус, кто меня не понимает. Вот. И бедный с бедным типом мышления, то есть это те, кто говорит, вот, я неудачник, или там у меня там, не знаю, то что, у меня нет денег, я не могу это сделать, там, вот, вот так вот. А богатые те, которые не ищут причины, а которые ищут способы, как достичь своих целей. И смотрите, богатый всегда составляет список дел на день, неделю, год, то есть все время пишут планы. Так что я сподвигаю вас к тому, чтобы писать планы. И на этих выходных я еще раз убедилась, что планы составлять вообще круто. И обязательно, потому что я все эти выходные была на тренинге, который меня еще больше замотивировал к новым действиям. Мы там расписывали свои мечты и действия на каждый день практически, ну там на неделю. Как меня будут, ну, как я себя буду продвигать к достижению этой цели. Ой, вообще, Леночка вообще умничка. Пишет тут всякие поздравляшки. Молодец. А еще богатый фокусируется на достижении конкретной цели. То есть вы выбираете основную цель. Я проводила, кстати, тренинг по цели. Можете посмотреть у нас. Миша, по-моему, скидывал. То есть фокусируйтесь на конкретной цели, а остальные цели пусть у вас, например, будут не столь важные, как это, а это будет основная такая, приоритетная. И при достижении этой цели, ну, как бы именно стройте все свои планы, чтобы максимально возможными способами ее достичь. Кто звонит друзьям, родным, коллегам в день рождения? Богатый, потому что все время у них в планах стоит, там, в ежедневнике, ага, сегодня поздравить Машу, завтра поздравить Мишу. Поэтому успешные, богатые люди все время
помнят, ну, даже если не помнят, то у них всегда есть ежедневник, в котором все это записано. Обязательно, ну, купить себе ежедневник. Кстати, очень классные ежедневники выпускает наша компания. Они вот так вот выглядят. И здесь по каталогам разбито все ваши планы, мечты. Ну, то есть вначале вы пишете свои цели на каталог. Сейчас примерно покажу, как это выглядит. Где у меня тут? То есть пишется вот так вот. Видно? Моя цель на каталог, номер. Пишется каталог. И на каждый день вы расписываете план своих действий. Например, с утра встать, там, сделать зарядку, провести планерку, пообщаться с новичками, рассылка. Все там расписывается. Дальше. Кто позволяет тебе больше 300 калорий фастфуда в день? Скорее бедные, чем богатые, потому что богатые питаются правильно. И очень многое зависит от нашего питания. Да, и это ежедневник Oriflame, очень классный. Можно его заказать в каталоге бизнес-аксессуаров. То есть открываете сайт Oriflame, поддержка продаж, и там будут, ну, каталоги, как это? Каталог бизнес-аксессуаров. Там можно заказать. Он с такой закладочкой перекидной, цветной, весь там еще между каталогами всякие вставки интересные. То есть он такой информативный, полезный, прям суперский. Также, кто просыпается за 3 или больше часа до начала работы? Это богатые люди. Я сегодня встала в 7 утра, успела сделать зарядку, облить себя холодной водой, помыть посуду, позавтракать, подготовиться к планерке и зайти еще, ну, как бы вот это все сделать, ну, сейчас зайти и вам рассказать это все, что я успела сегодня сделать. Планерка у нас такая маленькая будет, потому что я на эту тему могу бесконечно говорить. Так, еще. Кто занимается спортом хотя бы 4 раза в неделю? Напишите, вот, кто вообще спортом у нас занимается. Плюсики, минусики. Может быть, кто-то вообще там последний раз в тренажерный зал ходил там месяц назад. Поставьте плюсики или минусики, кто у нас спортом занимается, потому что здоровье – это очень важно. И попозже я вот прям на следующем слайде объясню, почему. Да, да, это классная пословица, на самом деле. Я замечаю, что когда раньше встаю, то у меня куча всего получается, и получается все, что хочу, и все, что запланировала. Ага, вот Олеся, Наталья. Зарядку есть, знаете, есть такая зарядка для ленивых, называется. В интернете можете прям себе вбить, лежа в постели, там вытягивают ручки, ножки, прям зарядка лежа в постели. И вам вот эти 5 минут, которые вы в постели даже потянетесь, уже пользу принесут колоссальную. Месяц вы потянетесь в постели, потом думаете, о, а что это, я не встану, не поприседаю, что ли? И просто вы энергией зарядитесь на весь день. Представляете, как круто? Каждый день. Олесь, если ты каждый день собираешься, значит, надо не собираться, значит, надо отключить мозг и взять и сделать. Потому что мозг, когда начинает думать, это все, это катастрофа. Он думает, о, а может надо, а может не надо, а может завтра соберусь. Нет, в понедельник. Лучше просто его отключить и сказать, раз я решила делать сегодня, пусть я чуть-чуть опоздала, возьму себе, ну, за привычку возьму, да, вот, кнут себе придумать, еще есть такая штука. Вот, но лучше просто сразу взять и сделать. Ой, вообще, Олесечка, умничка. Ну, в общем, постели. А ты поставь себе будильник на 5 минут раньше. И 5 минут прям потянись, там что-нибудь. Есть еще, знаешь, такая классная штука для домохозяек, называется зарядка, когда ты моешь посуду, а сама там держишь такую стойку, когда у тебя там ноги напряжены или еще что-то. Есть такие вот всякие упражнения именно для домохозяек. То есть я как-то тоже пробовала, крутая вещь, можно посмотреть. Также, что у нас делают богатые люди? Они не смотрят телевизор практически. То есть это вот 6% богатых людей всего смотрят телевизор. Я телевизор включаю исключительно для того, чтобы посмотреть погоду в Саратове. Потому что у нас на двух каналах высвечивается температура. У меня термометра нету. Вот, и в интернет как-то я не всегда лазю посмотреть температуру, тем более там в основном на день пишется. Вот, то есть я включила на минуту, там, после времени вышла у нас температура, и я выключила телевизор. Мне телевизор больше не нужен.
Богатые люди, они читают. Читайте хотя бы по 5 минут в день. Еще можно освоить такую технику скорочтения. У меня знакомый, он в прошлом году прочитал с этой техникой 50 книжек за год. Вот, это круто. Да, телевизор вообще зло. Я, если бы это был мой телевизор, я бы его уже выкинула. Вот, так что точно, пожиратели времени. Очень много времени уходит на просмотр телевизора. Еще также туда энергии дофига сливается. Если вы хотите, чтобы у вас было куча энергии и времени было больше, телевизор вообще можно не включать. Лучше музыку себе включить или аудиокнигу поставить на компьютере. Пусть играет лучше это, чем телевизор. Также слушают аудиокниги по дороге на работу. Богатые люди всегда слушают. Я вот обратила внимание, что у меня дядя всегда слушает в дороге аудиокниги. Вот всегда. Это могут быть и книги какие-то по развитию, и просто какие-то, я не знаю, интересные истории. Вот. И я обратила внимание, что все успешные люди слушают аудиокниги. А те, кто аудиокниги не слушает, например, очень часто у таксистов играет радио. И они, о, работа вообще, там денег мало платят. И вот все такие унылые, ну, в общем, жалуются, что как им плохо живется. Вот, ну, и люди не развиваются. Я говорю, ну, почитайте книжки. Они, ну, времени некогда, ну, времени нету вообще читать эти книги. То есть можно скачать сейчас вообще через интернет аудиокнигу, послушать. И книжки вообще абсолютно разные. Есть и по развитию офигенные, по финансам. И, ну, прям... Очень-очень много книжек различных, которые можно вот почитать, ну, послушать даже, да, и у вас уже будет от них даже куча энергии, потому что очень часто аудиокниги тоже мотивируют к действиям. Также богатые люди уверены, что стоит всю жизнь учиться и самосовершенствоваться. На самом деле это так, потому что есть такая поговорка, я вот не помню, кто сказал, кто-то, какой-то известный человек сказал, что человек живет, пока он учится. То есть, если он перестал учиться, то это уже все. Кто уверен? Не поняла. А, нет, не поняла, что спросила. Напиши, перепиши вопрос. Вот. И... Так, сбилась мысль теперь. Ну, ладно. Так что это, мы сподвигаем, наш проект сподвигает к тому, чтобы учиться. Поэтому у нас Лили сделала такую замечательную нам обучалку, которую вот мы можем зайти все время посмотреть в каталоге. Ну вот Миша скидывает постоянно записи вебинаров, семинаров и всяких интересностей у нас на сайте, на нашем обучающем. И обучение так классно, грамотно построено. Все время в командные чаты скидывают какие-то видео полезные, то есть которые нас развивают и помогают нам. Это супер, потому что я вот прям смотрю на нашу команду и думаю, блин, как классно, вообще как здорово, что я тут оказалась. Вот, также богатые люди практически не играют в азартные игры. То есть они играют, но вот, ну, как бы, бедные играют чаще в азартные игры. И богатые практически не говорят, что у них на уме. Ну, представьте, то, что мы будем все время... Да, в финансовые игры играют они, согласна. Кстати, классные вот финансовые игры, там, крысиные бега или кэшфлоу, можно поиграть. Да, богатые с целью обучения. Ну, и на самом деле так, потому что в ходе игры очень много можно всего понять. Я даже, пару месяцев назад поняла, зачем вообще монополия нужна, потому что до этого я просто бесцельно играла и думала, блин, ну что это такое, мне как-то игра не нравится, потом думаю, нужно же оттуда какой-то урок изучить. Я поняла, как себя вести именно в плане финансов, это круто. Вот. Ну, представьте, что если мы будем говорить все, что у нас на уме, как будут на нас реагировать окружающие? Я думаю, ну, не очень. Если мы будем им все вот так вот вываливать, все, что мы, например, про них думаем, все, что мы ну, все, что мы хотим, например, сделать или еще что-то. Очень много идей, например, у вас каких-то в голове. Представьте, если вы будете делиться все время своими идеями, если они какие-то уникальные, то у вас, может быть, вы не сможете на них как-то заработать или еще что-то. Вот, это что касается привычек богатых людей. Их достаточно много.
И что я еще хотела бы вам сказать по поводу целей. То, что у нас цели бывают абсолютно разные. Напишите хотя бы парочку целей, которые у вас сейчас стоят в проекте, не в проекте, без разницы. Я сейчас расскажу, что это за такая перевернутая пирамидка. Прям парочку целей. Например, у меня цель жить в красивом доме, да, в богатом, в таком хорошем, чтобы у меня там поместились все мои дети, вся моя семья, потому что я хочу много деток, я хочу 5 детей. Вот. И чтобы этого достичь, мне нужны определенные вещи, чтобы у меня сопоставлялись. Вот. Ага, отлично. Золотой директор, финансовая свобода. Угу, супер. Вот смотрите, у нас есть такая вот шкала, можно такое назвать. То есть цели у нас должны подходить под все вот эти 7 пунктиков. То есть это нам, чтобы это не мешало здоровью, чтобы у нас развивались какие-то навыки, чтобы это все было логично, чтобы это нам доставляло кучу эмоций позитивных, чтобы мы чувствовали себя ментальность, это вот такие, ну как бы, ой, это круто, это классно, здорово, я же золотой директор, я же там не какой-то простой, воля. То есть, если вы чувствуете, что вам чего-то уже не хватает, можно через волю к этому идти, то есть я смогу. Вот, и вера – это обязательно верить в себя, к вере также относится уверенность, то есть вера – уверенность. Какие из вот вопросов, которые рядышком вот стоят, я не могу, не верю, не важно, не хочу, не знаю, не умею, невозможно, вы чаще всего себе говорите, когда приступаете к новому делу. Например, у меня, я вот заметила, что раньше я говорила, мне не хватает опыта, то есть это к навыкам относится, то есть я не умею чего-то делать, поэтому мне не хватает опыта, и вот я не буду это делать. Или да, вот, я все могу, молодец, круто, ну это вообще супер. Лилечка нас вообще мотивирует. Активнее пишем, это же работа для вас. Я-то это все знаю уже, и Лиля, в принципе, это все знает, и Анютка знает, Салимова. Я думаю, Миш тоже в курсе, да, точно. Вот, поэтому пишите те, кто вообще еще не понимает, что это такое, вообще не знаком с такой пирамидкой. То есть смотрите, например, ставим цель себе, золотой директор, да? Думаем, что мне для золотого директора надо. Мне нужен, например, навык работы с новичками, навык обзвона, там еще что-то. Если у вас каких-то навыков нету, а вы знаете, что золотой директор всем этим занимается, думайте, как я это могу создать, как я могу это развить. То есть мы берем и начинаем развивать себе навыки. Первое. Я хочу красиво говорить. Что делаем? Лиль, можно я проведу планерку? Лиль, можно я проведу презентацию возможностей компании? Презентация возможностей – это у вас и знания повысит о компании, и еще вы будете классно говорить. Сможете отвечать на возражения. Там вообще куча навыков прокачивается. Потом, например, вы знаете, что золотой директор, он может вообще без проблем подойти, познакомиться с любым человеком, к примеру, да? Или найти новых знакомых. Что это делать? Это тоже навыки какие-то. Но вы думаете, что стрёмно вот так вот подходить, например, к незнакомому человеку, говорить, здравствуйте, меня зовут там Анна, я хочу вот там с вами пообщаться, тра-та-та. Ну, то есть как по схеме, да? И вы думаете, что это не очень хорошо. Презентацию. Или давай попозже, после планерки об этом поговорим. Вот, я пока закончу. И вы думаете, что это не круто. То есть это здесь уже работает ментальность. Вы думаете, ой, это не круто. И что с этим делать? Например, я раньше думала, год назад, что выходить с промо-стойкой, раздавать листовки – это вообще отстой. Но на самом деле я так думала. Что я сделала? Ну, точнее, не я, а Аня. Она говорит, пойдем на промо-стойку. Меня вообще просто трясло, колбасило летом. Это вот летом произошло, когда мы с промо-стойкой выходили. Я стояла вся сине-зеленого цвета, не могла сказать ни слова, я вообще не могла с людьми общаться, это было ужасно. Я думаю, мне надо побороть свой страх. То есть сейчас я действую по такому принципу, что если я вижу перед собой какое-то препятствие, значит, мне надо
сделала так, что тебя через это препятствие перелезло, или стену пробила, или еще что-то как-то. Вот, то есть я иду туда, где мне страшно, и работаю над этим. Вот, пока я сейчас вообще не знаю, что мне страшно. Да, да, вот вообще, точно. Я помню, Аня еще стояла, смеялась надо мной, какая я выходила, и вот, ну, как бы первый раз я вообще только к одному человеку подошла и сказала: здравствуйте, можно я задам вам несколько вопросов? А потом меня поперло. Меня на второй раз я уже чувствую, начала нормально листовки раздавать. Я думаю, что такого? Это же просто реклама. Я маркетолог, да, то есть я занимаюсь продвижением нашего бренда, продвижением себя, продвижением бренда компании. Вот, я дарю людям красоту, счастье, то есть они могут выбрать просто ухаживать за собой или еще параллельно вести бизнес. Вот, и возможностей у компании достаточно для всех людей, их очень много. Вот, и если подходить к человеку с целью помочь, я думаю, блин, я помогаю людям, здесь уже, видите, ментальность по-другому работает. То есть я знаю, что Лили может тут вообще без проблем выйти на улицу с промостойкой, раздавать листовки, поспрашивать людей, там, зарекрутировать себе там человек 5, там, еще набрать себе клиентскую базу в этот день офигенно. Вот, и просто, ну, офигенный рабочий день пройдет. Хотя, например, она на промостойке постояла там 2 часа. Да, Лили может, я знаю, и Анютка может, они вообще просто, если бы вы видели, как они с людьми вживую общаются, это просто, я не знаю, Лили, надо Мише видеоролик снять, прям вообще классно, наверное, будет, будет потеплее, снимите обязательно. Вот, с эмоциями, то есть вы должны от этого удовольствие получать, если вы думаете, блин, ну я хочу стать золотым директором, но мне как-то по барабану, например, что... Будет мне хорошо или не будет хорошо, но это просто статусно, но эмоции я от этого не получаю. Нет, это не сработает. Сделайте себе то, чтобы у вас были эмоции, чтобы вам это нравилось. Думайте, блин, я же там на конференции буду, я поеду туда. И прям предвкушение, если у вас будет куча эмоций, вы будете, ну прям в драйве в таком, у вас будет это еще больше двигать. То есть все вот эти пункты должны присутствовать. По поводу здоровья, вы, конечно, если будете температурить или плохо себя чувствовать, у вас все остальное просто, ну, развалится. Даже если вы будете хотеть... стать золотым директором у вас не получится, потому что нужно, чтобы у вас было здоровье. Что для этого делать? Правильно питаться, пить много воды, закаляться, ходить в баню, заниматься спортом, в общем, поддерживать всеми возможными силами себя. Если вы думаете, что у вас это не получается или как-то времени не хватает, значит, вы плохо думали. Значит, надо включать логику, чтобы вам совместить все, что вы хотите. Да, заботу о здоровье тоже планировать надо. В план обязательно вносите заботу о здоровье. Очень много, ну, полезно очень много кушать свежих фруктов и овощей. Да, Лили вот всегда воду пьет. Так что это. И летом особенно, чем больше овощей, тоже круче. Ну, тому же организм требует сам. Летом побольше всего сочного и вкусного. Вот, а зимой тоже важно пить. Так. Про навыки. Навыки сказал, что развивать логика. Логика – это у нас мозг. То есть мы мозг прокачиваем. Что мы здесь? Книжки читаем, ходим на тренинги, посещаем семинары, развиваем мозг как можем, чтобы он у нас активно думал. Если мозг вообще никакие идеи не выдает, каждый день беритесь и пишите себе по какой-то теме. Например, вы не знаете, как стать золотым директором. Пишем каждый день 150 способов, как стать золотым директором. Прям каждый день. И там на какой-нибудь, там, я не знаю, 10-й день, может быть, раньше или чуть позже, к вам придет осознание, как же эффективно вам стать золотым директором, к примеру. Вот. И, конечно, это вера в себя, в команду вашу, в компанию, в продукт. Это вообще самое основное, потому что, ну, без веры в... Без веры в себя, без веры в компанию, ну как вы сможете работать? Если вы знаете, что это офигенный продукт, что здесь на самом деле реальные возможности, что вы можете поехать за границу на конференции. Ну вот в этом году у нас менеджерская конференция в Сочи, что тоже круто, потому что я знаю, многие даже в Сочи не бывали. Я недавно вот с таксистом, по-моему, тоже вот так вот общалась, он говорит, я на море ни разу не был. И вот ему уже там за 30. Ну, то есть...
как бы это, я думаю, ну, у человека, может быть, возможностей не было, но он их сам создал, что у него нет таких возможностей. Вот, ну, все зависит от вас самих, помните. Про пирамидку все понятно? Поставьте плюсики, минусики. Если минусики, то тогда с вопросом, что непонятно. Будем тогда дальше переходить. Я чуть-чуть расскажу еще, ну, как бы слайд вставила, почему полезно пить воду. Потому что очень многие спрашивают, зачем это нужно. Ага, отлично, супер. Ну, если будут минусики, я потом еще отвечу. Нашла такую классную картинку у себя на компьютере. 10 причин пить больше воды. 10 причин, ну, прочитайте, как бы, да, тут очень много всего. Ну, я думаю, вы быстрее прочитаете, чем я это вам вслух скажу. Как рассчитывать, сколько нужно воды? Берете свой вес, умножаете на 0,3 и получаете именно объем, который вам нужен пить в литрах. То есть вот один стакан – это 250 миллилитров. Вы высчитываете, сколько вам нужно пить стаканов воды. Вот. И, ну, как бы пить воду – это вообще супер. Меня к этому тоже Анютка приучила. Это вообще мой гуру по отношению к своей жизни, по отношению к бизнесу. Ну, она меня просто много чему научила. Я горжусь тем, что у меня такой наставник. Вот. И... Про веру еще чуть-чуть, прям совсем немножко. Сохраняйте всегда веру в себя, потому что это вот... Вернуть слайд? Ну ладно, хорошо. Вот так всех вода заинтересовала. Про веру в себя. Я уже говорила, то, что верить в себя обязательно нужно. И всегда сохраняйте... Ага. Наташа, все, тебе слайдик больше не нужен, ты мне поставь там что-нибудь. Какой-нибудь смайлик такой. Или ты переписываешь? Ага, все, отлично, посчитали. Молодцы вообще. Это не значит, что вы сразу с утра встали, выпили 2 литра воды и счастливы ходите весь день. Я думаю, 2 литра сразу, ну, не поместится. Поэтому потихоньку просто поставьте около себя, там, вот этот объем воды в бутылке там, или в кувшине, или в фильтре, я не знаю, в чем у вас вода хранится, чтобы удобно было, и бокал, и ходите, потихоньку пьете. Вначале будет как-то, ну, непривычно в плане, что как это я пью воду, а потом у вас вы просто без воды, ну, это на самом деле классно, будет у вас уже организм сам требовать. Вот, вода очень классно очищает все и питает, и прям супер. Да, вот Лили, кстати, написала правильный совет. Так что верьте в себя. И еще такой маленький момент хотела вам напомнить, что у нас через сколько? Через полмесяца уже будет классный праздник, 8 марта, женский день. Вот, мы будем поздравлять себя любимых, будем поздравлять наших мамочек, наших сестренок, бабушек, наших подруг. И компания приготовила просто офигенное предложение. Я парочку слайдов сделала, но вот все видели, да, вот этот новый каталог, который у нас с понедельника действует. И он прям на самом деле сделан для девушек. То есть тут очень много различных предложений. То, что духи новые у нас появились, Love Potion Secrets, я вчера их как раз заказала, прям счастливая, довольная, потому что я когда открыла каталог, увидела, что там есть эти духи, как они пахнут, я просто была в восторге, думаю, все это мое, прям мое, потому что я очень люблю такие сладкие запахи, и видите, что здесь идет скидка 50% на парфюмированную воду, если вы делаете заказ на сумму 500 рублей из каталога. Вот. Я считаю, что купить с такой скидкой водичку – это вообще супер. Также у нас очень много еще там различных предложений по поводу губных помад и по поводу лаков и наборов. Набор там такой есть классный, крем-мыло, такой у них цветочный аромат классный. Вот, еще
просто сногсшибательная акция по поводу румян. Потому что у нас девушки очень многие говорят, ой, какие у вас румяна дорогие, но мы так любим вот эти ваши румяна в Джордане в шариках. А здесь сейчас акция за 399 рублей. И это еще без нашей скидки, потому что с нашей скидкой они еще дешевле выходят. А можно себе заказать вот такие классные румяна. Всего лишь при заказе, по-моему, на 100, что ли, рублей. Вот, и помаду можно заказать. Тем более серия Джордани вообще просто роскошная, шикарная, можно себя побаловать. Ага. Вот, и у меня заказали двое румян, и я себе еще одни заказала. Так что у меня уже и так двое румян, я себе еще одни заказала другие. Думаю, ну нужно же много, чтобы было разный, под разный макияж. Еще у нас вот такие акции различные, да, проходят и средства для интимной гигиены, и гель для душа офигенный, который за 199 рублей всего, а объем 750 миллилитров. 750, это вот такая вот огроменная бутылка, которой хватит просто надолго. И тут у нее тоже такой запах, клубничка там вот. Классно, я уже себе тоже ее заказала, и считаю, что всем своим клиентам нужно обязательно показывать каталог и говорить, смотрите, у нас 8 марта столько скидок, я не знаю, будут ли они в следующем каталоге, потому что я еще, например, следующий каталог не видела, можете посмотреть, если вам это интересно, но предлагать клиентам, ну, все, что у нас сейчас по акциям находится, это прям супер. И вот, еще кто у нас видел, вышло новое... Новый гель для душа Discovery, вот они на последней страничке. Гель для душа и мыло тоже можно заказать. У меня одна клиентка все время себе берет эту серию. Она говорит, знаешь, вот, ну ты же знаешь, какое мне мыло нравится, закажи мне. Я говорю, ну хорошо. То есть постоянно на складе не было. Ну потому что заказ надо уже в воскресенье делать, Наташа. В воскресенье же написал, Миша, по-моему, писал нам всем, что в воскресенье с 12, по-моему, часов уже работает сайт, можно все в корзину было накидать. Вот, так что активнее заказывайте, не зевайте. Если у вас, я вот еще, кстати, для себя такую штуку отметила, если у вас уже где-то в офисе лежит ваш заказ, но он еще не истек по сроку года, ну, по сроку давности, что, например, вы его заказали в четверг, он пришел в субботу, вот, и я раньше думала, что заказ нельзя новый оформлять, если у вас там еще лежит что-то в СПО, незабранное. На самом деле все можно заказывать, если еще не прошло там неделю, то есть у нас на СПО неделю лежит, и я могу до субботы себе еще хоть 10 заказов сделать. Вот, на это еще внимание обратите, это круто. В общем, говорите своим близким, знакомым, друзьям, что здесь у нас такие классные акции, можно себя побаловать, и к 8 марта как раз это все возможно. Вот, подарки я себе уже тоже назаказывала к 8 марта. Так что было очень приятно с вами пообщаться. И последний слайдик такой я вставила. Сегодня уже начните осуществлять какую-либо чудесную перемену в вашей жизни. И она как локомотив потянет за собой все остальное. Хорошего вам дня, продуктивного, позитивного, замечательного. Всем пока-пока!